1603 год. По приказу Валиде Софии Султан с греческого острова Кефалония была похищена дочь венецианского купца Анастасия. София преподносит девушку в подарок своему внуку, османскому султану Ахмеду I. Скучающая по родным Анастасия несколько раз пытается сбежать, но в конце концов понимает, что не сможет расстаться с Ахмедом. В гареме Натя получает новое имя – Махпейкер, а затем и другое – Кёсем, под которым она обретет власть и славу величайшей женщины империи. Данный сюжет собрал миллионов поклонников по всему миру. На данный момент выходит второй сезон сериала «Кесем Султан». Ориентировочная дата выхода третьего сезона сериала «Кесем Султан» – март 2018 года. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами!